Наезд это называется. Ребята, на левую группу позовите. А справа слева это есть. Только вспомнил. Только вспомнил. Хрен я его собирался. Дура прислал, как эти, как он, мед там выгоняет. А вы только как инспектор. Здравствуйте. С кем не поздоровался. В полном составе. 80%. Здорово. Не-не-не, это не Рома, это мы все. Да? Мы все, Юра, Саша, Тур. Мы все одинаковые. Гури. Значит, это 7-я, 8-я и 9-я рота. Это определение. Да, мы готовы. Так, внимание, рота, две шеренги становись. Сейчас это просто начало мероприятия. Потом, все потом. Ну, мы слышим. За много-много лет первый наш выпускник. Я не буду. Я не так. Товарищ командующий парадом, 9-я рота в полном составе построена. Замком взвод 5-го взвода 9-й роты Кузьменко Анатолий Павлович. Вольно. Вольно! Лет уже, суистеры не канают. 8-я рота, внимание. Равняйсь. Смирно. Равняй на середину. Старшина роты Астраханка. Оля! Товарищ командир, 8-я рота в количестве 24 человек построена. Так что народ строен. Вот государственный флаг Российской Федерации. Боевое знамя Московского высшего, общевойскового командного, орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, краснознаменного училища, историческое боевое знамя Московского высшего общевойскового командного орденов Ленина Октябрьской революции, краснознаменного училища имени Верховного Совета РСФСР, знамя 108-го выпуска 1985 года. Верно! Равненина! Лево! Полшага, шага!
проведение торжественной встречи по случаю 35-й годовщины выпуска из училища построен командир 9-й роты подполковник Гаврилов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 35-й годовщиной выпуска из стен нашего училища. Ура! 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 Естество не пропьешь. Григорий Николаевич, ваша учеба. Да, ребят, спасибо. Сейчас такие Питер, посвященный 35-й годовщине выпуска лейтенанта Московского высшего общевойскового училища объявляется открытым. Выпуск 85-го года. Тошину Владимир Александрович. Товарищи, что хочу сказать. Конечно, я, может быть, не готов. И нет у меня заготовленной речи. Но хочу сказать, что все вы молодцы, что не забываете наше училище и наш прославленный, третий, непотопляемый и неубиваемый батальон. Конечно, от батальона, который был у меня в 81-м году, осталось меньше. Не забывайте друг друга, не забывайте училище. Вот. Это хорошо. Многие из вас уже давно на пенсии, нянчат внуков. И внуков воспитываете тоже в той же, как говорится, в той же линии, как говорится, военной, чтобы они продолжили ваше дело. Все, что хотел сказать вам. Спасибо за внимание. Нашего училища, и когда с гордостью произносят «Я кремлевец». Судьба сложилась таким образом, что мне также выпала честь обучаться в сынах прославленного училища. Правда, немножко позже, чем вам, но все же.
Сегодня по поручению вашего однокурсника, заместителя министра обороны, начальника главного военно-политического управления, генерал-полковника Прокола Андрея Валерьевича, позвольте передать самые теплые слова и пожелания всем вам. Уверен, что слов и пожеланий, которые будет сказать старым друзьям и уважаемым учителям, накопилось очень много. Символично, что наша встреча происходит в году 75-летия Великой Отечественной войны. В памяти народа всегда остается подвиг курсантов отдельного кремлевского полка, которые в октябре 41 года приняли бой под Москвой на Волоколамском направлении. Впервые в послевоенной истории имена и портреты героев Великой Отечественной войны, в том числе и кремлевцев, увековечены в виде крупнейшего музейного комплекса «Дорога памяти» в парке «Патриот». Рекомендую всем, кто не был, получите глубокое удовольствие от посещения данного музея. Для нас Великая Победа была и будет оставаться источником стойкости, ратного подвига и трудовой доблести. Воспитанники училища всегда на острие событий. Афганистан, Северный Кавказ, исторически присущие выпускникам училища высокий уровень знаний, преданность боевому братству. Разрешите еще раз поздравить. Полковнику Суслову Дмитрию Валентиновичу. Уважаемые выпускники, от всего личного состава училища хотелось бы вас поздравить с этим, именно с этой знаменательной датой. 35 лет это очень много. За 35 лет можно подготовить очень и очень много лейтенантов, высококвалифицированных. Но приятно видеть в строю таких же молодых, дерзких выпускников. Еще советские поры, это очень важно, потому что выпускники советской школы. Вот, рады мы вас видеть на территории училища. Как вы заметили, училище есть, вот будет, и продолжает готовить высококвалифицированный кадр для наших вооруженных сил. Ваш командир батальона с гордостью говорит о вашем третьем батальоне, поэтому могу тоже сказать, что третий батальон сейчас в нашем училище. Он по последние несколько месяцев занимает всегда первые места. Вот. И все мероприятия, которые будут проводить, обеспечивают как раз ваши коллеги тоже с третьего батальона. Поэтому еще раз поздравляем вас с этой знаменательной датой. Рады видеть вас в училище. И вы должны понимать, что училище сильно своими выпускниками. Вот. Мы вас всех любим и готовы вас всех встретить, помочь. Ну и готовы принять от вас помощь. Спасибо. Спасибо за внимание. Еще раз спасибо. Я попрошу выйти сюда, помочь зачитать список. У нас получилась так накладка. Нет предыдущего назначенного товарища. Необходимо зачитать список погибших и ушедших от нас. Если можно, кто из афганцев у нас есть, попрошу выйти сюда. Одного человека. Назначайте. Скороходов, Андрей. Андрей, мы тебя ждем. Мы тебя очень ждем. Не один из самых активных наших друзей. Нет, обязательно что-то обязательно. Да, друзья, это все, кого мы сейчас достоверно подтвердили, что с нами уже нет. Потому что в прошлый раз, помните, было немножко не очень организовано. Сейчас просто перечислим фамилии. А слова скажем там, на речи. Пожалуйста,
Ну это кто погиб? Да нет. Я понял. Человек умерший погиб. Погиб? Что не погиб один человек? Я что и говорю сейчас. Он в ГАИ служил от вас. Власов Константин Геннадьевич, Сушко Борис Алексеевич. 9. Воронович Олег Николаевич, Дуралин Юрий Евгеньевич, Кувакин Александр Владиславович, Черников Владимир Владимирович, Волокжанин Роман Геннадьевич, Воронов Олег Витальевич, Никорыв Алексей Валерьевич, Чаплин Александр Сергеевич, Марков Олег Александрович, Кузнецов Сергей Николаевич, Баранов Игорь Владимирович, Бушев Олег Станиславович, Иконников Сергей Георгиевич, Канаев Алексей Алексеевич, Кузнецов Игорь Николаевич, Кулебаба Сергей Федорович, Черноцкий Владимир Александрович, Гук Игорь Евгеньевич. Мне жалко вас. Дорогие друзья, прошу почтить минуту молчания нашим ушедшим. Товарищи, митинг, посвященный 35-летию нашего выпуска, объявляется закрытым. Thank you.
Верно! Торжественному маршу! Мы перестроимся в колонход. Если вдруг появится охота, славить Россию и ее.
всегда с тобой. Московские стоят горой, кремлевские готовы в бой. Давай, нажимай. Женя, перейди, нажимай. Давай, нажимай. Это 8-я рота. Это 8-я, да. Пусть стоит. Десантник. Рано еще. Я еще раз дам. А куда нажимать? На большую кнопку. Ну скажи, нажимай же большая кнопка, блин. Нажми ему на кнопку, нажми. Ну возьми фотоаппарат. Давай. Все. Еще нет. Нажимай. Щелкай. Нажимай. Все, нажимай. А теперь давай боевыми. Буду. Все, значит, слышишь? Притворяешься дурнем просто. Даже угол доверия. Может, самогон Да я знаю, она тут не слышится.
стоило, чтобы говорить, мы с ней батальон заметили. Покажи, это не главное. Святой дамы, а так как и все. Знаменная группа, она сейчас станет здесь посерединке, с ней еще фотографируемся. Вот. А после этого, я не знаю, будем бороться по взводу. Я все делаю. Ну, кто захочет, пожалуйста. Я обратно. Немножко не защитил. Растворится вашей массе. Ой, хорошая. Иванов! Я! Петро! Ко мне! Я! Есть? Ну все. Ну все, есть, ну, все, 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 а кто еще не приоделся, рядом будет. Thank you.
паркет не трогайте. Можно в сторонку отойти или как фото на другом. Девятая! Сами. Ворота! Женя, давай! Я моргнул, Ильич, еще раз. Он с меня все время одеяло стягивал. Мерз, понимаешь. Отлично. Освобождаем. Так, потом повзводно, поделенно, а не по каждому. Легко. Самые худые маленькие, но будет. Последний подпрыгнул, внимание! Контрольный! Голову! Еще один. Хватит уже. Ура! Или вы встать не можете? Поднимите, блин. Валера, ну все, Валера. Можно в сторонку отойти или как фото на другом. Девятая! Сами. Ну, Николай, как вы называли? Шарага номер 5. Вот, ну так, я зачем сделал? Ребята, рекомендую, я в первые ряды занимаюсь. В деревню, в столицу. Я там уже. А пойдемте около рала по комбату я говорю. Традиция уже сложилась.
всегда молодое пополнение курсантов до присяги мы пропускаем через галерею. И еще не было ни одного раза, чтобы после посещения галереи кто-то еще до присяги не написал рапорт. Заложено это было Сергей Петрович и пишет при нем, еще было портретов 20 с чем-то. Мы провели весь батальон перед присягой, три человека написали рапорта. Я тут в кабинете у него сидел, он говорит, Владимир Владимирович, а ведь елки-палки, свою роль галерея сыграла. Что пацаны, значит, ну не ту выбрали профессию. Тут, оказывается, еще можно и погибнуть. Поэтому вот, и в этом году в том числе тоже были рапорта, три рапорта написали. В этом году. В прошлом году было три или два не было рапорта. Пацаны еще до присяги посмотрели, подумали. Вот в этом году один значит, самый спрашивает, что вы по сути учили сейчас? А ближе всего от дома. Вот сегодня. Министр обороны. Держи. Будущий. Раз. Да, сейчас на карте я пацану судьбу. Три. Давай, Женя. Дождался. Женя перепутал с командой. Так, ребята, подвел группу. Вот, как надо. А меня видно? Жень. Чу-чу. А как? Да видно все. Кому веришь ты? Иди сюда. Супер. Отлично, да? Не просто отлично, ну как профессиональная фото. Что я просто нажимаю. А где визит? Я ж не дал. Можно дал визит. Не дал. Что, не взял? Да. А где визит? Становись. Давай, Саш, вот это будет фотка такая контрольная в голову. Ну. Саня, ты хоть бы кепку зеленую надел, слушай. Вот это фото. Вот нам батальон здесь. Пылесосы стоят. Да, я вам стараюсь, не пойму. Так, не дошли в прошлый раз. Пойдем посмотрим.
Саша, вот наш класс, Саша. Что, уже класс не можешь найти? Они просто подлиннее. Ну, потому что... Здесь-то понятно, первый этаж. Ты слышно, что у вас Головачева со второго. Там есть проезд. Когда через верхние поля вот там проезжаешь, и как бы... Плагу-то сбегал. Можно я сначала на свой, потом на твой? Внимание, внимание. Зато все у них сухой паёк. Слушай, я тебе скажу, а мне не помещают. Кровати широкие стоят. Да, и кровати нормальные, широкие. Помнишь, это стоит? В этом районе. После окошка. У тебя после укола тарелки? Да, под ту стояли коечки, я 4 года. Мало что изменилось, кроме стен. Не похож на него. Да, и был паркет. Был паркет. Да он уже ничего не меняется. Я курил себе просто. Батарею никуда не денешь. Да, батарея. Снимай вот этих Бычков, мы уйдем. Честная партия совесть не позволяет мне назвать именем, кто они есть. Блин. Они суки. Я не помню, когда пошел. Нет, у нас другая жизнь. Я не знаю, как это. Так, ну еще, скажи, когда нажимай. Как пешим, майку оставь. Зачем давай. Ты взял солдатскую майку? Зачем? Давай, посмотри. Володя, ну, нажимай. Нажимай. Еще раз. Если бы у меня были вот такие щеблеты, фотографии. А кто увольнение сегодня, Власов или Веселовский отпустит, а? Нажимай. Конечно, Кристина. Загуменов, иди сюда. Загуменов, ко мне. Я выгонял весь взвод. Я мечтал о лакированных ботинках. Это просто вообще. Строй. Как строится? Ну давайте. Давайте присели, мужики, присели. Иначе все. На кровати садись. Присели. Идите сюда, товарищ. Нельзя. Прошел мимо. Присаживайся. Можно все, давай. Нельзя. Давай, бери. Рома, давай. Присядь. Все присядь, иначе будет плохо. Ну, давай, что присядешь, что не присядешь. А ты бурчишь все время постоянно. Выпить хочешь? Да. Давай, нажимай. Еще разок. Все. Отлично. Вот видишь, как мы жили, а? Ну мы не так жили, у нас было все это общее. А теперь это буржуинство. Буржуйство. Да, это буржуйство, посмотри. Посмотри, чтобы я так жил. Посмотри.
Я их с этими шкафами строил на мусоросборнике, блядь, просто, потому что там сало было, сгущенка какая-то. У нас были гури сделал папа, металлические, ты чего? Металлические бирки. Не сгораем, блядь. В одну шеренгу становись! Пришли ветераны! А по шеренгу по взводу становись! Шура, куда ко мне? Ебаный, как что ли? Что-то и на удивление орёт. Старший ветеран Веселовский, встань на строй! Вспомнил. Ульянов, Сань, становись там, не прячься. Что это у вас в руках? Дипломат? Выйдите вон нахер. Сколько время, что вы эти котлы свои смотрите? Если бы у вас была лошадь, вы бы стали строить лошади? Женя, ты прям был. Ну что вы, полить не можете вырвать? Алло, жара! Кремлевцы, поздравляю вас с 35-летием выпуска из Московского ВОКу! Ура! 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 Типа молодцы! Все, спасибо! Духать можно идти! Больно расслабься! Вот 11-я рота стала же! Стиральные машины, а в четвертом этаже там вообще установка для очистки воды стоит специально. А вы что, не помните, как под 9 мая здесь туалет сгорел? Сгорел, да. И когда Павлов был руководителем... Мы не полочки лежали, а прятались за эту батарею и там спали, когда были занятия. Там был запах, вот такой класс, там был класс. От одного запаха хотянок засыпал столько ученых. И три раза генеральские дети забирали, блядь. Крамер, Битехник, просто. Слушай, ну я Андрюша Рязанова вспоминаю, старший лейтенант, единственный старший лейтенант. Только я прибыл эту роту месяц, раз опять вызывает конопля, Ребят, удачи вам, давайте опять подумаем. Это училище всегда ценилось, а будет цениться. Да. Удачи! По субботам. Да, по субботам. Это по субботам были дискотеки в клубе. Весело было. Не, у нас только вот увольнения могут пустить на сутки. Каблуки поставить вместе. Ступни ног на ширину. Ступни. Смотреть прямо перед собой. Тяжесть тела перенести на носки. Поднять подбородок. И улыбаться, зная, что ты настоящий кремлевец!
старый, за тобой бегать не могу. Блять. Встаньте в строй! Что вы там за хуйню достали с собой? Встаньте в строй, немедленно! Молодцы, иди, встаньте в строй! Все, что вы там? Иди, встаньте в строй! А мы что, в трусах что ли, блядь? Ушаков, ты знаешь, что, как выполнять команду равняет? Да. На военной кафедре, например, вот МГУ там или какой-то МГЛУ, блядь. Трусы, майка... Слушай меня внимательно, записывай, записывай. Команда равняется, выполняется следующим образом. Это студентки стоят в рубашках с сиськами третьего-второго размера. Встать прямо, каблуки поставить вместе, ступнинок на ширину, плечи расправить. И по команде равняясь, резко повернуть голову направо. Раз, два, три. Подбородок. Или налево. Дабы видеть грудь четвертого человека. Товарищ подполковник, слушай, студентка Петрова. Я не могу выполнить вашу команду равняясь. Почему? Потому что у студентки Ивановой, которая четвертая, нету груди! А вторая заслоняет, блин. В те времена на плац могли выйти только минимум как командир батальона или зам начальника училища. Курсанты не могли ходить сюда, в это. Не, ходили по краю. Ходили по краю, вот так вот ходили. По краю. И больше скажу. Выйди на пласт, что с тобой потом будет. Просто. Это командир взвода. Будешь тут херачить вот так. Часа два, блин. Командир взвода не моего взвода, дрючил хуже, чем командир взвода моего взвода. Я не помню. Не то, что по краешку. Полагу-то помнит, как я не дрючил. Не то, что по краешку ходил. Я летал. Над краешком летал. Продвигаемся. Оно, как говорится, у нас по возрасту разница небольшая. Ну, вот, чего с нами вытворили, блядь, молодцы, вот, просто ну, чисто по-человечески. С нами тоже вытворяли, мы вытворяли же это все от того, что мы понимали, что это правильно, что да. Так надо. То есть мы не со злости, не со злорадства, не для того, чтобы издеваться над человеком, а мы верили в то, что я лично, почему я говорю мы, я лично верил про себя, что я делаю с вами то, как меня научили, правильно, чтобы это вас правильно. Научить, чтобы вас научить. Я в это верил, что я правильно делаю это все. А вот просто. Многих я слушал, ну, других, кстати, вот... Кстати, здесь вот, помнишь, да, Жень? Да. Щит мы делали за три ночи. Такое произведение искусства создали. А снег как здесь убирали? Ой. Двухметровый. Зимой. Здесь 2 метра снега было, и елочки. До половины столба. Вот эти елочки были вот такие. Вот, чтобы не взобрать. Вот эти ели были вот такие. Они были в деревяшках. Их рейками одевали. И вдруг зимой приезжала делегация из Африки, из Лесота. Делегация из Лесота. Товарищи курсанты, стоит задача. На вот этих делах, грузовиках, к утру вывезти весь снег. А здесь 2 метра снега. И вот эти елочки вот такие. И похер, завтра экзамен какой-то по математике или спортивная подготовка. И снег вывозился этот. И 300 человек лопатами чистили этот снег. И пласт, чтобы пласт должен быть африканцы, прочитать. Эти негры, увидели зеленую траву, не зеленую, желтую. Они приходили, им эта трава была нахер не нужна. Жень, самое главное, чтобы пласт был чистый. Чтобы пласт был. Да. Виталий Николаевич, да? Да. Будьте добры, можно я на секундочку? Просто вот так вот. Зато проверим, режет да. или нет. Да, да. Спасибо большое. Постарели получить. Получили бы? Виталий Николаевич, проверьте. Получили? Правда, что? 4. Московская ВОК. Вообще, раньше у вас МВОК. 1600 рублей. Я забираю. Спасибо, что МБОКОЛОРКУ, правильно. МБОКОЛОРКУ, а не БОКОЛОРКУ. Я взял номера, но взял я... ЖЖ? МБОКОЛОРКУ. Нет. Супер! Да.
У нас сейчас класс. Ну, давай, загуляем сейчас. Слушай, как ушел? Игорь, ты что, ушел? Я его видел, они с женой пошли, это самое. Когда мы пошли, когда это было? Когда мы пошли в батальон. Он здесь сидит, блядь, за столом. Ну, так, все, давайте, выходите, я его сейчас приглашу. Куда? Нет, слушай, у вас со вторника вроде так. Солнце, не трогай, а ты его не фотографируй. Минут на очередь. Вот. Вот сколько. Именно 10 штук. Много не мало. Да, много не мало. Захожу на страницу, молодец. Ну, респект. Когда мы были на картошке в 1982 году, мне случилось 19 лет. Я собрал денежки и собрал вокруг себя еще 4 младших малышей, которых угостил 2 бутылками водки. Жрали мы эту водку вечером на ужине. Ужин курсантский был очень скуден. И когда ты хлопаешь после того, как ты собирал картошку, грязную картошку в глине, где корзинки, в которые ты собирал эти картошки, сами были тяжелее, неподъемнее, все в глине, в говнище, блин. Короче, пофакали нас, 4. И роту подняли где-то 00:30 ночи. И нас поднимали, да, я вылезал, блин, по тревоге, блин, в форточку, в палатке. Ну, естественно, понял старшина, что я был не очень в себе. Когда рота была поднята ночью по тревоге, недовольная всеми этими бомбасами, ротный, вон он, хороший человек, спросил: рота, вы хотите завтра пюре картофельное? Хотим, сказала рота, обиженная ночным подъемом. И эти 4 говнодела, блин, типа меня, чистили картошку всю ночь и делали пюре для всех 145, блин, засранцев. Ножиками, которые предназначены для размазывания масла. Перед вами был курсант Гурий Трелин, город-герой Муром, да? И его командир, старший лейтенант Власов. Да. Который участвовал в его поимке. Вот так 19 лет получилось, да, брат? Поймали. Рассказывал другую хитрую историю. Вот, Саша, это лейтенант Власов, это был не мой командир, но бывало так, что он замещал нашего командира. Вот. И была такая история. Поскольку я был мастеровой, вот буквы на учебном центре, моя работа. Вот. Это какой год? 1982? Третий. 83, то есть, да. Командир Саша Лен Власов сказал найти буквы где угодно, да, сделать козырек, да, где угодно, взять, да, пластик, да, пластмассу, да, и к утру, чтобы висели буквы. Это моя личная работа. Вот, господин Гусев вот стоит. И было выдано 25 рублей или сколько? На бутылку водки. А на бутылку водки 5 чтобы рублей. Чтобы на, да, Рохле. На учебном центре новеньком висели, точно, буквы на козырьке. И что дальше было? Нет, было взято все. А где все это было взято? Пластмасса, все эти буквы. Хок, художественно-оформительский кабинет. Комбинат. Люберецкий. И там это все было за бутылкой водки, достано, украдено, сделано. Да, заимствовано. Не украдено. И привезено, и повешено. Да. Присверлено. И до сих пор висит. До сих пор висит. Вот такая была жизнь. Самое главное в этой фразе – к утру, возьмите где угодно, и к утру, чтобы все висело. Вот этим была крепка советская армия и московская вопа. Снимай дальше, брат. Не переживай. Ну чего, однажды, когда я уже прибыл в войска молодым лейтенантом, и мне командир роты сказал: завтра ты будешь ответственным. Я прибыл на подъем, сказал дежурному по роте: кричи, рота, подъем. Он сказал: рота, подъем. И тут вдруг откуда-то издалека, из спального расположения,
возникла фраза «пошел ты нахуй». Вот. Так как меня учили в московском войку. Командир взвода, старший лейтенант. Командир взвода, старший лейтенант Власов. Это, да. Это его взвод. Стали падать вдруг кровати двухъярусные, валиться тумбочки, летать сапоги и прочее, прочее. Я стал включать не нормативную лексику, потому что меня 4 года, извините, равняли. Вот, и чтобы какой-то там засранец меня послал, извините, куда-то непотребное это самое. Рота была построена в течение 10 минут и побежала на утренний, на пробежку. С тех пор уважение к лейтенанту было восстановлено, статус-кво был восстановлен, и все остальное пошло, как положено, по уставу вооруженных сил советской армии. Пробежка была в противогазах? Нет, пробежка была обычная. Обычная пробежка. С полной боевой выкладкой. Или нет? Ну, утренняя зарядка была. Понятно. С пьяными устав запрещает разбираться. С ним было разобрано потом. Так что здесь заложили нужные правила. А такие дисциплины, как партполитработа в войсках, психология и педагогика, прочие другие, все, оказывается, сводятся к чему? К тому, что надо валить кровати, кидать сапоги, валить тумбочки и объяснять, кто в стае Акелла. Если стая не поймет, кто Акелла, в стае дальше. Строить и легкая пробежка. Пока не поймут. Да. У меня легкая пробежка. Построение и легкая пробежка. Так поняли? Точно. Нет. Так бежим дальше. И так вот, пока не поймут. Пока не пойму, да. Был такой командир взвода 5-го, лейтенант Власов Евгений. У него был самый маленький взвод, их называли китайцами. Вот. Но этот командир взвода был очень прикольный. Наверное, самый прикольный из всех командиров взводов. По одной простой причине. Взвод его был неординарный. Он все время шебуршил. Нет, шебуршил, понятно, командир взвода, а шебуршили его и подчиненные. У него был замком взвод Костя Власов, царство небесное. Вот, был парень великолепный, они друг друга стоили, видимо. То есть, как бы, он взял себе замком взвода по себе. Я скажу один момент. Мы все лежим спин в казарме, вдруг заклетает Власов лейтенант. Тревога 5-му взводу. Мы такие все, охренеть, за что бы. Там какая-то ситуация произошла непонятная. Они залетают, он, все. Он говорит, химическая атака. Они сейчас там УЗК, противогазы, ночь. На плац. Мы такие все. Он их ночью гоняет. Причем, командир взвода, сам там без противогаза, понятно, он такой, типа, да, ребята, давайте, круги, наматывайте. И они наматывали. Гонял, наверное, минут 40. Они пришли, все мокрые. Я понял одно. Это прикольный командир взвода. Вот ему заняться было больше нечем, как гонять этих молодых пацанов. Но был классный. У них взвод, вот этот китайский взвод, да, он был, наверное, самый прикольный. Самый, наверное, ну, неординарный из всех. И, ну, видимо, как бы по командиру взвода равняются подчиненные. Они все были мелкие, но очень прикольные, очень хорошие ребята. До сих пор они, вот как бы здесь у нас, да, вот они все, наверное, ну, в центре внимания. Ну, нет среди них серых личностей. Так и у их командира, он тоже не серая личность, он довольно-таки яркий человек. Да, и до сих пор остался. Да, Жень? Да. Это я могу, да, сейчас Женя называть. Ну, конечно. Да? А когда меня зовут в коптерку завалили, да, значит, ну, прожить. И вот он начинал там изгаляться, паразит. Ну, изгалялся, честно, завалительную изгалялся. А, Жень, я помню, что ты майку привез?
Да, да. Ты да. Мне, я говорю, Жень, ты привез фирменную майку, да? Да. И ты мне за это отпустил увольнение. Да. За это большое спасибо. Знаешь, почему? Ну, потому что я был на свидании с девушкой очень хорошим. Супер. Представьтесь, представьтесь в камеру. Да. Александр Гусев. Я курсант 4-го взвода 8-й роты. А я командир 5-го взвода 8-й роты. Да. Ну, он отпускал увольнение нас иногда, часто. Ну все, мы закончили. Да? Все. Больше всего мне запомнилась история, связанная с нашим выдающимся полковником Янгаревым. Все, конечно, кремлевцы ее знают. Эта история случилась где-то на третьем курсе. Тогда на Малом плацу между 2-м и 4-м батальоном меняли асфальт. И около парикмахерской, вы все там помните, строители оставили каток маленький. Мы вышли перекурить. Лето, жарко, в ожидании отпуска. Делать было нечего. И наш сокурсик Ваня Федоров решил прокатиться на этом агрегате. Катке, на катке. Ну, с подначками, под свист, хохот. Он спустился вниз, сел. Ну, что кремлевцу завести-то каток. Завел и поехал к нам навстречу, вверх на горочку. Мы все смеемся, отдыхаем. И в этот момент из-за угла, из-за парикмахерской выходит полковник Янгарев. Как всегда, бодрой строевой походкой. Мы все замерли в ожидании чего-то интересного, как обычно. Мы подмигивали, свистели Ваньке. Ну, трактор гудит, он ничего не слышит. Полковник Янгарев выходит, значит, строим шагом впереди катка. Как глуши мотор. Значит, он остановился, говорит, выходи, подошел, товарищ полковник, курсант Федоров по вашему указанию прибыл. Он с него снимает ремень сзади. Ну, у нас первая мысль была, ну, все, сейчас арестует. Раз снял ремень, как бы, сейчас Ваня поедет на гуфлахту. Ну, полковник Янгарев сложил ремень пополам, отступил на метр назад и как даст по заднему месту. И погнал этим ремнем Ваню прямо мыть туалеты. Вот такая история интересная была. Перед всем привет! Перед вами был? Курсант Скороходов, 2-й взвод, 8-я рота. И старший лейтенант Власов, командир 5-го взвода, 8-й рота. Мужики, берегите себя. Полковник Янгарев, мой командир. Учил меня с 78-го по 82-й год. Всем добра. Всем пока. Пошли. Развели курсантов по занятиям, и офицеры вернулись в роту. Капитан Павлов, старший лейтенант Веселовский, старший лейтенант Власов. Заходим в роту. Дежурный кричит: рота смирно! Павлов, вольно, вольно. Идем по расположению. И в это время откуда-то с краю расположения Павлов говорит: тихо! Мы все остановились. Он садится на табуретку, снимает сапоги и в носках, на цыпочках идет к краю. Туда, к стеклу, к окну. Подходит, поднимает покрывало. У нас еще покрывало были на одеяле. И что там видит? Потом говорит: Власов, иди сюда, на цыпочках. Я подхожу, а там на полу, на матрасе, который снят просто, по его заданию, значит, курсант Моня где-то что-то ночью пиздил, блядь, просто там все доставал, где-то что-то. И он на занятия не пошел и спит, и спит, и спит. Вот. Он кричит: дежурный, ведро холодной воды. Дежурный побежал, все, сапоги снимает. Власову отдай ведро. Иди сюда. Значит так, я сейчас покрывало поднимаю, ты ему в рожу ведро воды холодной, я... Понял, понял. Он покрывало поднимает, я ему ведро воды в морду, он покрывало кидает. Курсант, естественно, этой воды просыпается, хоть и пьяный или уставший, бьется башкой раза три, а сетку эту панцирную головой и кричит: дежурный, дежурный, батарею прорвало. Он ему ногой как даст: я тебе дам, Моня, батарею прорвало, блядь, 5 нарядов, блядь. Это записывай сюда, только никому не говори. Сюда. Attention камеры. Значит, конец мая, 28-е, 29-е мая. Ну, уже завтра каникулы летние начинаются у детей. И учитель принимает решение. Говорит: ну что я буду в классе мариновать? Пойдем на улицу, пройдемся. И на улице пестики, тычинки, там все. Вот, идут, там собирают все, идут, прогоняют колхозное стадо, и бык на корову залез, и ее имеет, вот, и девочка такая подходит: Мариван, Мариван, а что это вот коровка на коровку залезла? Ну, это не коровка, а бычок, он залез посмотреть на коровку, где дальше
посмотреть лучше, лужайка, да, сочная трава, куда дальше повести стадо. А, ну ладно, и Вовчик его стоит, говорит, да. А мне папа говорит, когда бык корову ебет, он белый свет не видит, нихуя, блядь. Это попадет в кадры, да? Ну, в принципе, достойный рассказ для фильма «Кремлёв курсанта». Ну, а чё, ничего нет. Тоже, блядь, да. Говорит. Ещё хочу сказать, что у нас было 5 командиров задов. Паша Весловский, потом у нас был, ну, самый крутой это был Паша Веселовский. И второй был у нас Женя. Да? Это был командир Паша второго взвода, там был замкомандир взвода Соловутин. И второй был Женя. Да? Вот Женя был самый неординарный командир взвода, в отличие от всех остальных. Был Романюк, мой командир взвода, да. Был там еще один там небольшой, я ж не помню, как фамилия его. Но, честно, вот Женя, лейтенант, да, это был самый неординарный командир взвода. И взвод у него тоже был неординарный. Вот честно, я до сих пор им вот восхищаюсь. Столько энергии у человека, сколько было, вот, ну, прошло уже сколько лет, 35, да? Да. Энергия та же, харизма та же. Ну, уникальный просто, вот взводный трындец. Все, спасибо. Я развивать тему, да, конечно, разовьем, давайте. Да. Олег, ближе ко мне, работаем. Работаем, да. Работают все телевизионные камеры, да, страны. Да. Когда скажете слово, да, «чиз», услышите затвор, щелк. «Чиз», да. Да, это 35-летие. Выстрел! Нога! А вот там с какого вида оружия стреляет вот там? С автомата, да? Нет. А что? Из автомата? А я вот Олег сказал. Как я разговаривал? Что? Истории я могу... Еще я. Я хотел, чтобы люди рассказали. Истории. Я-то расскажу еще историю. Как в Мавзолее, блядь, раньше, в Советском Союзе. Вы понравились, я все кусали, я представляю, что потом будет. Ну ладно,